все в ручном режиме собираем, чтобы вовремя наша молодежь, дети, спортсмены получали объекты, на которые государство тратит деньги. У нас на сегодняшний день коробка полностью 100% готова. Начали утепление фасада и кровля. Есть и такие строители в Хабаровском крае, которые идут вперед, добросовестно выполняют работу, настроены на результат. Таких мы будем поощрять.